Вторые сутки над городами Казахстана сохраняется густой смог. В Казгидромете уточнили, что на качество воздуха повлиял антициклон. Он принес безветренную погоду, без осадков, поэтому выхлопы и пыль держатся в воздухе дольше. Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируют и завтра в ряде городов страны: в Астане, Актобе, Усть-Каменогорске, Семее, Костанае и в Павлодаре.